Может, ну вот крысы, собаки. У нас же сейчас как? Вот, ну, человек скоро будет, наука до такой степени сейчас дойдет, что и комаров будут уничтожать все на свете, на, потому что цивилизация, на. А мне вот эта цивилизация вообще не нравится. Так. Мне сейчас, мы вот с этими собаками, с крысами, мы стараемся, чтобы природа уже, да, чтобы вот эта наша Земля стерлась с этой, из галактики, чтобы ее вот с этими, с двухногими зверями, вот с этой цивилизованной цивилизацией, чтобы ее не было никогда. И никогда ее долго, чтобы тут долго-долго не было, на этой цивилизации. Чтобы только звери существовали, природа, вот эти деревья, а человека нет. Человек, он... Ему придет сполна, этому человеку, очень сполна все придет. И придет, я этого слова даже не побоюсь сказать, оно будут, просто вот ждите. Ну, даже уже ждать не, вы уже не будете. Уже природа будет свои сюрпризы делать для вас, для двухногих существ. Я уже людьми вас не могу называть, потому что вы уже не люди, вы как бы такие существа, которых стремитесь все уничтожить. Ну, как говорят, собаки или не собаки, ну кто-то там сказал какие-то слова, только я собаку не беру. Вот, говорят, собака сдохла, я так не могу сказать. Собака погибла. Я не могу про собак сказать, там сдохла или что. Там надо, короче, такие. У меня своя программа. У меня вот, например, программа цветок или это, там трава, росинка, вот это, да. Она не. Вот они умирают тоже. Умирают вот эти все вот эти. Ну, у них своя тоже жизнь. Они же как живые существа. А вот человек, он не может. Мало людей вот таких, которые вот ценят природу, вот эту любят. Большинство вот человек, вот этот правитель, да, человек даже не хочет этого делать, да. Вот. А вот этот правитель с мешком, да, он заставляет: иди, оружие, стреляй, убивай. Вот, вот это. У правительства самое противное, вот так заставляют. Вот у вот меня даже вот на велосипеде, полиция говорит, переверни велосипед. А если бы я не перевернул этот велосипед, они бы меня дубиной бы огрели, понимаете? А если бы я слово что-то не так сказал, а? Вы что делаете? Да вот, в общем, вот все эти правители, вот эти все начальства, да, я их людей не считал и не буду считать, потому что это засранцы натуральные. Так.